Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы занимаемся сексом с гиперактивной девушкой. В общем, смотрите, что такое гипертим? Гипертим, в первую очередь, это ярко выраженный экстраверт. Очень вероятно, что вы займетесь с гипертимной девушкой случайно. Где-то в клубе, просто по порыву страсти и так далее. И вообще секс с гипертимной девушкой будет иметь такой характер, как на ходу, да? Вот, потому что вот ей взбрело в голову сейчас заняться сексом. В отличие от эмотивной, это не обязательно, понимаете, какие-то эмоции, да, у нас в голове у нее сформулировались. То есть не обязательно, что она там, вы как-то это подготовили, расставили свечи и прочее. Это просто яркий всплеск здесь сейчас этого настроения. Через 5 минут она уже передумала. Она может непосредственно во время секса отвлечься, это очень характерно для гипертимных, на какой-то звонок или перевести свое внимание на что-то другое. То есть соскальзывание даже с процесса такое. Понимаете? И здесь будет очень сложно интроверту с таким человеком. То есть очень спонтанные, быстрые действия, но без нет какой-то конкретной привязки ни к БДСМ, ни к чему-то еще. И не будет вот этого вот, по крайней мере, четко структурированного разнообразия. Если это чистый гипертим, то, скорее всего, секс будет, возможно, часто. Да, безусловно, думаю, что будет часто, но, тем не менее, будет нести такой даже, может быть, несколько характер в попыхах. То есть какой-то продуманной и слаженной экзотики вы от нее не дождетесь. Ну, а с вами был Кравцев Сергей, Medical Fitness, оргазмов вам, друзья.